А развод был чудовищным? Да, конечно. Почему? Как и все здесь. Ну, как советская девочка, приехав в Лондон с состоятельным человеком, попадая к юристам, они говорят: так, смотри, ты же отдала ему всю молодость, да? Он же тебе должен закат и должен рассвет, и да. Вот то, что он тебе предлагает, мы из него в три раза больше выжмем. Просто подпиши здесь. И нам чуть-чуть. Подпиши здесь, мы его прям за несколько лет. И она подписала. Да. А твое, мое и мое, мое. И это происходит здесь. В итоге за 4 года, вот сколько я предложил на второй день расставания, вот столько минус несколько миллионов она получила. Но зато хоть юристы обогатились. А юристы обогатились по полной программе.